Хотите научиться улучшать фотографии за пару кликов? В программе «Фотомастер» вы сможете быстро осветлить или затемнить снимок, изменить его цвет, красиво обработать портреты, подправить черты лица и фигуру, заменить неудачный фон, добавить надписи на фото и не только. Посмотрите это видео, чтобы узнать про главные инструменты фоторедактора. Автоматическая обработка фотографий. Запустите фотомастер и откройте фото, которое хотите отредактировать. Этот снимок слишком темный и тусклый. Это можно исправить. Нажмите на кнопку «Автоматическое улучшение». Фотомастер мгновенно улучшит вид фото. При желании вы можете настроить обработку. Нажмите на шестеренку, чтобы отключить или включить те или иные параметры. Например, можно улучшить вид неба. Также можно отрегулировать параметры фото вручную. У этого снимка повысим насыщенность, а после уберем засветки. Изменение цвета фото. В программе «Фотомастер» вы можете настраивать каждый цвет на фото отдельно от других. Играйте с оттенками, превращая синий в розовый, зеленый в оранжевый и так далее. Также просто можно изменить насыщенность любого цвета и его светлоту. Передвигайте бегунки и тут же наблюдайте за преображением на экране. Повышение резкости. Перейдите во вкладку «Резкость». Выберите контрольный участок на фото, по которому будете оценивать изменения. Далее подберите подходящие настройки для параметра «Сила». Все готово. Снимок теперь не выглядит размытым. Автоматическая ретушь кожи. С помощью функции «Идеальный портрет» вы сможете преобразить лицо в кадре за пару секунд. В программе есть каталог готовых пресетов. С их помощью можно избавиться от недостатков и подчеркнуть достоинства всего за один клик. Также можно настроить все вручную. Просто передвигайте ползунки, чтобы разгладить кожу, убрать блики и красноту или добавить загар. Программа позволит замаскировать темные круги под глазами и в целом сделать взгляд более выразительным. Также вы можете настроить цвет губ и отбелить зубы. Давайте сравним результат с оригиналом. Так намного лучше. Но на фото все еще видно недостатки. Убрать их можно с помощью восстанавливающей кисти. Установите подходящие параметры для инструмента, а после проведите им по проблемным местам. Программа тут же замаскирует недостатки. Повторяйте действия до тех пор, пока результат не начнет вас устраивать. Пластика лица. Эта функция работает почти так же, как идеальный портрет. Вы выбираете, какую часть лица хотите изменить, а после двигаете бегунок на соответствующей шкале влево или вправо. Например, так можно скорректировать ширину лица и подбородка. Настраивайте размер глаз и расстояние между ними. Увеличивайте или уменьшайте нос и изменяйте его высоту. Программа позволяет настраивать полноту губ и их ширину, добавлять или убирать улыбку. Также отдельно можно скорректировать форму, размер и положение бровей. Пластика фигуры. Обратитесь к этой функции, если хотите улучшить форму тела. Рассмотрим на примере. Выделим область от шеи до колен. Слева и справа ориентируемся на руки. После подберите подходящие параметры на панели справа. Вы можете проработать силуэт вручную, для этого перейдите во вкладку «Формы». В нашем случае нужно сделать руки меньше. С этим поможет инструмент «Сдвиг». Теперь немного увеличим плечо, воспользовавшись инструментом «Коррекция». Готово! Замена фона на фото. Выберите соответствующую функцию в разделе «Инструменты». После зеленой кистью «Объект» обозначьте участок, который нужно оставить. Обратите внимание, точной обводки не требуется. Затем красной кистью «Фон» отметьте область, которую нужно убрать. Если программа удалит не весь фон, то пройдитесь по оставшимся фрагментам этой же кистью. На следующем этапе вы сможете внести мелкие правки для более точного результата. Здесь также будут доступны кисти «Объект» и «Фон». Первая восстановит случайно удаленные фрагменты, вторая — удалить ненужные.
регулируйте прозрачность, чтобы лучше оценивать результат. На следующем шаге программа предложит выбрать новый фон. Подберите подходящий вариант в коллекции или загрузите изображение с компьютера. При необходимости передвигайте или настраивайте размер вырезанного слоя, чтобы композиция смотрелась гармонично. Коллекция готовых эффектов. В каталоге программы вы найдете пресеты на любой вкус. Просто щелкните по понравившемуся варианту и сразу же оцените результат. При необходимости настраивайте силу эффекта. Пробуйте разные стили, чтобы найти самый подходящий. Для удобства все эффекты в программе разделены на группы. Давайте посмотрим их в действии. Винтажные эффекты. Эффекты тонирования. Световые эффекты. Фотопленки. Кинофильмы. Эффект солнечных лучей. Делайте снимки еще атмосфернее, добавляя на них лучи солнца. Вы можете настраивать их положение и вид по своему усмотрению. Меняйте яркость и мягкость. Корректируйте уровень подсветки, количество лучей, их длину и теплоту. Дополнительно можно настроить параметры солнца, его размер, радиус и интенсивность сияния, теплоту. В конце отрегулируйте степень проникновения и подберите подходящий вариант положения лучей. Добавление надписей. Щелкните по кнопке «Добавить текст» и введите нужную информацию. Вы можете создавать сколько угодно слоев с текстом и индивидуально оформить каждый. В программе есть готовые стили, которые можно применить к надписям. Также вы можете перейти во вкладку «Настройки» и самостоятельно подобрать параметры. В этом примере мы не будем менять стиль полностью, только изменим немного тень. Пакетная обработка. Улучшите множество снимков за один раз. Перейдите в режим пакетной обработки. Добавьте фотографии, а после настройте их вид с помощью бегунков справа. В пакетном режиме вы можете также добавлять виньетирование и текст, работать с кривыми и 3D-лут, применять эффекты сразу ко всем снимкам. Чтобы зафиксировать изменения, сохраните результат. И это далеко не все возможности программы. Узнайте все о «Фотомастере». Посетите официальный сайт фоторедактора прямо сейчас.